В работе собрания приняли участие в качестве гостей и экспертов представители городской мэрии, Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства, общественные деятели и студенческая молодежь. Для открытия мероприятия слово было предоставлено первому заместителю главы администрации Бадыру Ахмедову. Это проблема не только молодежи, если совместные усилия в этом направлении. Я думаю, что результат будет. Еще раз поздравляю с началом работы этого форума. Успехов вам и всех благ в вашем начале. После открытия мероприятия была проведена церемония награждения активистов, принявшие участие в совместных антинаркотических рейдах благодарственными письмами. Среди них были представители общественного молодежного движения «Я помощник президента», студенты аграрно-экономического колледжа. Рассказывая о цели проведения собрания, исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма администрации муниципального образования город Хасавюрт Айшат Атаева акцентировала внимание на готовность общественности прийти на помощь в борьбе за здоровое будущее. Сказать, что где-то начиная с января 2016 года были проведены совместно с организацией «Я помощник президента» многочисленные рейды по выявлению точек продаж. Активистами координационного центра мы хотим следующим этапом, скажем так, провести профилактические игры и социальные театры. Не просто беседовать, уже перейти, скажем так, на общеобразовательные школы. Не просто пойти и беседовать с ребятами, а показать эту беседу. А эту проблему. После чего, естественно, мы будем проговаривать проблему и видение учащимися этой проблемы. Выступая перед собравшимися, руководитель общественного движения «Аспатриоты» Михаил Михайлов выразил глубокую благодарность за проведенную работу в Хасавюрте. В плане профилактических мероприятий оставил положительный отзыв и отметил о готовности к совместной работе. Надо решить искоренение, я тоже здесь тоже, я сам тоже здесь вырос, поэтому большая просьба чуть-чуть духом воспрятать, я должен не останавливаться на этом. Если ребята нужны, если многие, вот этих ребят если мало, если многие на рынке у вас заняты, от Рутула до Южного Сухумска за один день лично остаться в отряде могут мобилизовать 1000 человек. В завершении собрания пост руководителя общественного антинаркотического движения в Хасавюрте по единогласному предложению участников круглого стола был закреплен за представителем молодежного общественного движения «Я помощник президента» Магометом Магомедовым. Пика Сулейманова, Расул Гаджиев, Абдулла Алиев. Информационная программа «Пульс».